Всем привет! Сегодня 13 июля, Московская область. И как видите, я выкопала весь чеснок. Высаживала я его в прошлом году под зиму, то есть это чеснок озимый. Я посмотрела свои записи. В прошлом году я тоже именно этого числа его выкапывала. Но почему выкопала сегодня, в субботу? Это, наверное, единственный день за 2 недели, а то и больше, когда не идет просто дождь. Земля более или менее сухая, но все равно влажная. И завтра опять будут дожди на неделю, поэтому решила его выкапывать, пускай он у меня будет просыхать. Что хочу сказать о качестве чеснока в этом году. Конечно, в прошлом году я думаю, что у меня был он получше. Но довольно-таки крупные головки, потому что у меня, собственно говоря, сорта-то неплохие. Но попадаются и средние, есть немножко мелких, и также есть, наверное, штук 10, которые вообще сгнили в земле. Но я поспрашивала соседей, очень у многих чеснок гниет. В этом году высаживала несколько сортов. Вот конкретно это сорт Любаша, крупная чесночина. Я посмотрела, чеснок вызрел. Это сорт Гулливер. Он отличается тем, что у него ровно 4 крупных зубца в головке. Очень крупный чеснок. Это новинка для меня. Я его покупала, зубцы, на выставке. Это чеснок мой Слон. Тоже довольно-таки крупный и хороший. Попадаются, конечно, и более мелкие такие экземпляры. Вот, как я уже говорила, наверное, головок точно 10 у меня сгнило. Вот что происходит. Вот, видите, это вот так нас заливают дожди в этом году. Так, что я сейчас с этим чесноком буду делать? Я его сейчас хорошо промою в бочке с водой. Смотрите, чеснок убрала. Он очень грязный, потому что, как я уже говорила, у нас каждый день дожди шли. И я его сейчас просто промываю, чтобы он получше хранился. Вот так. Это корни не трогаю, просто вымываю чеснок, чтобы был чистый. И пока вот так складываю. Затем я его сейчас весь промою и подвешу головкой вниз и отправлю на веранду. Она у нас еще не жилая, в строящемся доме. Там как раз будет и проветриваемость, и там очень-очень тепло, для того, чтобы чеснок хорошо просох. В принципе, неплохой чесночок в этом году. Вот. Конечно, попадается гнилье. Попадается. Вот, наверное, головок 10 у меня гнилых попалось. Все, насчет воды. Вода, вот. Обычная колодезная, я здесь растворила фитоспорин. Просто на глаз вылила, я не знаю, там, наверное, стакан, может, чуть больше. И в растворе фитоспорина промываю. Все хорошо. И уже, наверное, не успею показать, как я его подвешиваю. Ну, там ничего сложного нету, просто повесить и все. Сейчас уже вечер и поздно, поэтому буду я, наверное, видео заканчивать. Я вам желаю всего самого хорошего. Хороших вам урожаев. Смотрите, выкапываете чеснок. Всем пока. Ну вот, сейчас 11 вечера, но все равно я решила показать, как у меня сушится теперь чеснок. Вот. Вниз головкой вешаю. И здесь по штучек 10, где-то и поменьше, развесила. Здесь под крышей. Так он у меня будет просыхать. На улице не стала вывешивать, потому что сыро. Сейчас опять пойдут дожди, и очень сыро будет. Поэтому здесь он очень хорошо у меня обсохнет. Таким образом. Здесь будет сквозняк гулять. Вот такой у меня чесночок. Ну все, теперь всем пока.